Какую-нибудь спектру вообще, а? А? Ой, на спектру не пикнем, конечно. Это сейчас не мета у нас. Такое не очень уважаемое. Найкс. Ну, вот так вот. А, появляется Найкс для команды LGZ Gaming. Ну что же, начинается у нас карта номер один. Матч на вылет на OnsLGZ. Проигравший занимает 17-18, зарабатывает 25 тысяч долларов. Победивший проходит групповой этап. Знаешь, что здесь будет трудно. Есть привязочка. Успеет дать ему разгон, успевает. Может поднять? Поднял. Но с другой стороны, смотри, что происходит. Умирает, да, естественно, на флай на бот забирает. А в принципе он сделал. Ну и плюс таки же еще. Опять без руны они его оставляют. Но сейчас за это могут и убить уже. Да-да-да, за это наказывают разлом. Да, под своего СФа ставится арена. Получается не очень удачно. Ну и сейчас он уже делает первое убийство. Возможно будет что еще. Получится флай убить. Но там-то уже минус 2 саппорта делается. Но если будет 2 в 2 размен, то прекрасно. Весел не играет из ветра блинк. Ну, потом через лет 10 добавили же еще у нас Аркейн Блинк, но сейчас он другой уже. А Гуннера поймали, Гуннер больно. Там и Пурш, там и Люминейт, и Солар Пинт. В общем, тут полный комплект. И на нее, но нет, но СФ есть же Блинк Ветра. Там нужно прям идеально на ноги пытаться залетать, и получается так. СФ, одна секунда, Блинка остается! Не успевает, прикинь, там уже все. Блинк откатился, и казалось, что получится с него уйти. Но только казалось, здесь прям вот после Весела гоним это новости, какие-то новые. ДД сдоная у нас Лейлис, но за это сейчас сдонает его команда. Драться будет? Подожди, LGZ? Да, будет драться, но там Вилвисп ставится, хорошо. Нио пинает, кидывается, но там бай попрошат, но умирает Лейлис, долго они здесь с ним мучились. Кастуется ультимейт ТСФ, но там Рейджара от Шира и Наунс теряют двух персонажей. Хотя, разлом от Флая уходит Шира из-под атаки, а вот PUW остается здесь. Нападает на Юму, Юму. Иллюминейт. Больно Юме, отправится ли он таверну, да, конечно, отправится и теряют. Какой-то год был. Вот. Давайте посмотрим, кто думает, что у нас в чате. Полетел, PUW здесь, копье, флая поймали. А Шира приходит, есть арена, есть копье. Шира понимает, что больновато не получается, и хастом задолжит мантой. А разлом пошел, рейдж есть, убьют у нас флая, только минус один пока что, хотя столько кнопок подавали уже. Минус саппорта PUW сбирает в размен команда Наунс, и пока размен саппортами только здесь. Тут врыв. Юма. Оп. Отпрыгнул. Отошел. Сейчас нажимается open bounce. На Гуннера пошли. Ширен начинает его лупить. А, ну, жирный. Он понимает это и понимает, что нужно от него уйти. А здесь Братрум падает. Неплохая арена плюс Вилла Висп. Сбоку Ветра. Реквием. По саппорт по Уай. Уайя забирает таверну. Здесь Шира бах. Класс. И прячется в Нио. Все. Поднимает LGZ, что все. Вся погонька-то продолжается. Что там по Ветрам? Ветра 3 секунды. Может, он еще успеет достать. Ветра достал, да. Кайлы пошли, Ветра на себя нажимает. И кастом достает Данию также. Не догоняют Наунцы, ты прикинь, пошли. Не верилось, что они кого-то здесь поймают. Казалось, еще... там другой потом из другого региона команда забирает. Такая традиция шла-шла-шла, но потом традиция это остановилась, чтобы оставаться на плаву. Итак, врыв, пошли на Лейлиса. Лейлис больно, умрет ли он? Скорее всего, да, но там лотос под БКБ не пробивает его, он впитывает. Неплохой ультимейт ТСФа. Больше был он зонищен, там БКБшки. И от Нио, и от Шира были. Кастуется полянка, там разлом, бабах. Но не сильно больно, падает ТСФ. Умирает у нас бедняжка PUW. Выкупается, пошли баи. Возвращается ТСФ. Разбегаются LGZ. Прыгает Гуннер вперед. Что далее? Привязка Ю. Юма, раз, два, и это минус коту. Хорошо. Копье заряжается в Юму. Юма, что делать? Ему нечего сделать. Там все. Там рефракшн кончается, он заканчивается так же широ. Работают у нас астральные спириты здесь. Так, ну вот он гоним. И пошли они вперед. Нападение на СФ пытаются поступить. Получается же, да! Да, получается его пробить. Обалдеть, слишком легко они справляются. Вроде бы, да, был СФ, а вроде бы и все. Нет СФ, а падает также и Гуннер еще. Шикардос просто. Что-то я про этот назад как-то матч подзабыл, если честно, про который ты пишешь. Ну вот. Тебе. А что, интересно, возьмет? Секунду к рейджу или плюс процент к вампиризму? Не знаю. Есть арена, точно это мы знаем. Нападение полетело, и можно Юму слишком легко и быстро пробить.
И он же еще без байбека прыгает СФ, нажимает прокаст, а там дизрапшен и шида. Даже не теряет Эгис. Open Wounds пошел вперед, нападает на Гуннера. Гуннер больно, разгон меняется. Тут прыгает Марс, после рефреша еще одна арена. Прекрасно, там Уай стоит, накидывает что-то в поясу. Флай умирает, падают все. Все падают герои команды Наунд. Все рухнули. Лейлис поймали, есть копье, и Лейлис тоже. Видимо, все, игра заканчивается. Это для команды Наунс. Мало на эту игру у команды Наунс на первую карту. Уж точно. Очень. Так, врыв, арена копье. А там шардовая в двух героев. Полетел разлом. Рефреш, еще одно копье. И просто из контроля практически не успевает выйти команда Наунс. Когда вышли, они уже были еле-еле живые. Прыгается в спину, опять нажимает реквием. Вновь никого не убивает в спине в этой. И падает SF, минус 2 оформляется команда LGD Gaming. Копье еще одно поймали, убили Флая. Минус Флай, там Лейлиса поймали. А, привязка и... В общем, тут добивание идет, да, минус Юма. Выкупается, кто может, но это GG, конечно. GG было еще вот здесь, в прошлом замесе, когда они подрались, конечно. Это было ясно, но теперь прям точка-точка. Шмидовые. Свен саппорт. Значит, все-таки это была обманка. И темпларка будет керри. Вот так вот, не хотели? Ой. Ну, слушайте, за это респект, однозначно. Прикинь, да? Ой, саппорт там вот... Пока... Опа, вот так вот. Ну, у него, смотри, шестого нету. А там еще и Левис пробегает. Это должен быть килл, конечно же. Вот так вот, перетяжку, 2-0, наунса. То он может забрать. Лотос есть, копье, хорошо. Стан... Нет, не успевает дать. Скорее всего, здесь Флай еще и останется сейчас. Ну да, останется. Там уже и Вивер пришел. В общем, тут полная бригада. И как раз-таки для Вивера, к слову, хорошая возможность. Что-то не взломали. Так, ну а тем временем у нас в мид. Дисмембер нападает на Шира. Ой-ой-ой-ой-ой, Шира у нас забрали. По пикам, ну не знаю, вообще Наунс явно играет пока что номер один на этой карте. Пытается, по крайней мере, но вот Юму оставили они, пытались уйти. И LGD вот на этом моменте принимает. Вот именно поэтому, друзья, я вам и говорю про БКБшку. То, что... Вот что напрягает, серьезно. Эгис, я полагаю, заберет себе путь, да? Да, потому что Юма все-таки пока не хочет, как мы видим, вступать в бой. Лучше уж дать ее... На Пуджу, и Пудж там понаглее будет действовать. И Disruption PW, что будет с ним, сможет ли его заживать. Пудж гоняется, но там Бонь работает очень сильно. Плюс танчик от Плая, ну и за... Не знаем, Вов, им нужно встретиться хоть раз, сыграть друг с другом. Вообще, наверное, они более-менее равны сейчас. Врыв от Гуннера, пошел. Сбоку у нас есть арена, снимается с Пуджа сейчас Аегис. И будет атака номер 2, естественно. Шира Атос. Дисмембер нажимает. Нужна срочно Пуджа помощь. Она приходит. БКБ, батлтранс. Полетел. Шира разгоняется. Лайфстилится. Съедает Пудж перед смертью Нил. Он ее потом его забирает. Кончается Атос. Атос, говорю, кончается БКБ, кончается БТ. Атос получает как раз таки Шира. Там Гуннер под Весселом находится. Скорее всего, дотикает. Да, Вессел вперед за Флаем. Флай уходит. Запушите. И вот сейчас... Шира ломает вышечку тир 2, наунсы в смоках, выходят, хук не достал. Ты представляешь, не достал, но есть Роллин Тандер, закатывается, у нас Гуннер вперед, буква арена копье. Копье пригвоздило Шира, нужна помощь срочно, и приходит помощь в виде Шира. Шира на месте, начинает помогать. БКБ Battle Trans пытается убить Пуджа, но Пудж пока что не умер, активируются грифсы. Он выживает, у Шира кончается, БКБ кончается, Battle Trans умирает, Шира умирает, Нил минус 2, падает. И ты знаешь, он, возможно-то, успеет даже упасть. Сейчас, чтобы быстрее только бить его. Ой-ой-ой-ой-ой, но все. Юма с Аегисом принимает, быстро убивает Лейлиса. Есть хук, хукнули Виверочка, PW, здесь номер работает, НЛФ, выживает он. Но умирает пока Лейлис, Гуннер покатался, поразвлекал. И теперь пытается Наунса уйти. Сбоку у нас умирает Уай, размен один в один. Но Аегис с сыру команды Наунс. И все, LGD понимает, что тут, да, закалиться в этих вот сражениях на вылет. И потом станет лучше, от матча к матчу будет набирать. А вдруг? Нападает на Флая, Флая забирает, минус Флай. Гуннер, Ремнан полетел вперед, Глейпнер. Остановили Гуннера, хук. Все,
все, все, вот, друзья, про это мы и говорили. То, что да, можно засейвить, и он покупает Джесси, получает шарт, и в итоге сейвит своего тиммейта, и можно драться теперь команде Наунс. Нажимает Сурлин Тандер, кастуется от Лейриса ультимейт, вперед, Наунсы пошли, Шира пытаются уйти, его остановили, Хоук, но там Лотус, его не зажжешь никак, Battle Trans БКБ, вгрызается он в Юмо, и опять пуч, сейвит, нажимает сыр на себя, спасает Юмо, выживает, Шира кончается, действие Battle Trans, и БКБ также кончается у него, очень красным. У нас становится Нио, Нио умирает, кончает действие взрапшена. Шира один, их четверо, что по ультимейту нужно нажимать теперь на тролля. Да, он его нажимает, забирает троих здесь Наунсы. И эта драка, скорее всего, так бы хорошо не сложилась, если бы не пуш, который сначала по сейве Гуннера, а потом Юму. Минус ли пью W, нажимает еще одни шикучи. Чем пробить? Стамп полетел, ничего страшного, что Лотос, он умирает. Минус 4. Темпларка и конечно, быстро они что-то делают. И это минус сторона. Замечательный анонс. Хорош. 5 баллов. Дота что говорит? Дота вот после этого файта и стороны 60 всего лишь 1%, говорит Дота у нас. А вот такой вот рыв. Неплохой. Нападают на Пуджа и могут его быстро забрать. Нажимает БКБшку, нажимает ультимейт. Отжирается какое-то время, живет, но пробивает. Наунцы, наверное, не ожидали такого наглого врыва от LGD. Скорее всего, да. Есть бай у двух мидеров. Падает, да, у нас и Эмбер, и Пуч не покупается. Падает Шира. А вот это уже совершенно другое дело. А вот это уже другой разговор. Еще и минус Нио. Но, по всей видимости, все. Наунцы это уже не отпустят, как понимаю. И все. Аегис, это же Аегис и Аганим. Аганима дают Панглиера, что ли? Да, Гуннера дают Аганим. Поэтому я, ну, если бы я ставку бы ставил, я бы не ставил бы на этот матч, наверное, вообще на эту карту. Драк начинается, Шира. Если фреш от Нио, после арены будет еще одна арена или что. Но пока не нажимается от Нио, Нио без маны остается, все понятно. Нажимает у нас Пуджара сейчас сырочек, выживает. Вот она, арена, копье промазал, потому что Юма дал, у него работало там еще БКБ. Получается не очень удачно, сбоку кушают имбиря, здесь убивают Юму, Хук. Не туда Эмберу помочь чем-нибудь, Юма выкупает, копье спасается. Шира уже без БКБ, без БТМ, но с сатаником все еще он остается. Врывается вперед, дальше пошел. Тут Дисмембер нажимается, помочь бы Шира как-нибудь, парни, он жмет сатаник и живет, 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 живет. Шира, ты представляешь, у Пуджа, у всех там пооткатывались байбеки, появились, они выкупаются массово, команда Наунс возвращается, Юма дохнет, внимание, после байбека, и LGD камбэкают 20 тысяч, ты вдумайся. Ну, камбэк так камбэк. Вот, за пару минут это сделали. Пуч у нас просто выблинковывается из этой арены. 54-я. Опа, Хук. Успел заживать. Он же умер, получается. Все, да? Да, конечно, умер. Лоу, Эмбер. Лоу-чек, этот, кек-чебурек, да? В общем, минус Y еще поймали. А Нио в БКБшке улетает. Хук Эбисал. Че, обратный камбэк? Серьезно? Ну, Эмбер, ну ты... Джеди, вот это вы игру сейчас даете, ты представляешь? Провели такой гениальный камбэк. Собрали всех героев команды Наунс. Выбили все 5 байбеков. Ха-ха, Пуч поднабрал явно, посмотри. Да, к бабушке в гости приехал. Ты глянь на него, а? Здоровяк-то какой. Опа-на, имбирь, БКБ, дисмембер, Эбисол сверху. Бьют ли его за это за все время? Фисты, Ремнант улетает. Там пока арена, Шира нажимает БКБ в эту транс, попадает на Пуджа. Пуч полстоба отваливается, еще немножко остается, может умереть, но не хватает, немного хватило. Выкупается, рефреш, БКБ, еще один БТ, хватает ман троллю. Продолжает биться, умирает, Гуннер умирает, Юмор, я не верю своим глазам, Шира всех убил сейчас, ты это видел? Он всех убил, Лейлис улетает, и нет! Минус 5 очередные от LGD. У LGD вот что-что, а битва у Рошика получается прекрасная. Усиленная юндиска, когда пятихатка, пятихатка говорю, когда здоровье владельца падает ниже 20%, у него применяется сильное развеивание и... Сон, ты видел? Как у негра. Опа, попал. Шира.
Арина достает, залетает Гуннар. Там у кого-то, да, БМчик имеется, Шира пытается драться. БКБшка тут умрет, сейчас умрет или нет? Дизрапшн нажимается, зачем? Но он хотел как лучше, но получилось как хуже, потому что на пол батл транса находился Шира у нас в дизрапшене, и это его первая смерть. А сейчас-то у него проблема, у него нету рефреша, он умрет. И Уай тоже умрет. Ну что, продолжается, да, у нас американские горки. Наунсы успешно очень дефаются. Уай выкупается сразу. Верю. Хватает. Хук промазал, кстати. Это шанс. Тут Нио, Хекс. Арина копье полетела, нападает на Пуджа. И в очередной раз Ширен, но пока он ничего не прожимает. Эбисом Лотос. А пока он ничего все еще не жмет. Вот сейчас БКБ активирует. БТ сохраняет попозже. Сбоку у нас поймали и начинает бить флая. Но флай не такая страшная единица. А там сбоку сдох имбирь. Он выкупается. Вылетает Ренат обратно, по идее. Или что? Но самое главное — глиф. Глиф. Барак не упал. Пока самое главное не случилось. Флай выкупается. Но здесь в плюс вышли, естественно, на карта. И классно, что вместе со мной вы ее смотрите. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. А здесь Нил как-то его пуч, ты знаешь, убив... Ты видел, сколько урона дал? Пуч этот. Нил выкупается, вылетает на лампост. Он уже здесь, там активируется Блейд Мэйл. А прыгает имбирь вперед. Там сбоку дизрапшн зацепили. Кто-то выбринковывается, возможно, это был Нил даже. Нет, это не Нил, друзья, это Пуджа поймали. Пуч, красный Пуч умирает. А Пуч с боем, естественно. Мне кажется, наунсом лучше сейчас просто под базу отойти и все, и постараться. Готовы. Нужно, конечно, кого-то героя быстро выбить. Его убить, поймали Юму, ни хрена себе. Но Юма без бая, но быстро убить его далеко не получается. И бесов по Шира, Шира. Ой-ой-ой, Шира, ну живой пока что. О, нужно ему еще нажать срочно, нужно нажимать. Он сдох, но он же, или что? А, нет, не сдох, это у нас Эйги снимается же спидью дабл. Извините, я ошибал, ошибся. Но он встает, убивает флай, флай к себе с байбека. Из хороших новостей, Шира, Шира. Гуннар уйдет ли он? Гуннар улетает. Там падает таверн, управляется также и Пуч. Минус 3, минус сторона. Вот так вот, я на эмоциях даже не разобрался, кто умер-то у нас. А Эйгис-то был пью дабл, конечно же. Так что, друзья, извините, но это эмоции. Нам это не надо. Мы просто качаемся. 76-я минута. Есть хук. Шира хукнули. Там моментально прыгает Нил, нажимает Рин копье. Шира успеет еще сделать. Сбивает. Все. Получает Эбису. От него все в рассыпную. В ужасе бегут. Он далеко убежал. Он далеко убежал. Посмотрите, что происходит. Он сейчас дох на тропиру. Отдаст, отдал. Лейли, бежать тропиру поднимать срочно тебе нужно. Или кому? Кто забрал ее? Не понял. Кого рапира? У Лейлиса. Рапирочка. Тут все, хватит с него уже. Врыв есть. Хекс, Арина копье, нападает на флай. Флай убивает очень быстро, он с бабеком выкупаться может. Выкупается, а Гуннар летает, развлекает, красный Шир, но там опять же есть ультимейт, не забываем про это, и сатаник. И все остальное, Эбисал. Красный пью дабл, с него бы снять рапирку бы, но не получается, Тайнлэпс выживает. Нио, еще одна арена. Еще одну БКБ, Пуч героя съедает тиммейта и убегает. Гуннар возвращается обратно, говорит, я хочу драться. Предсказуемую игру, потому что расклады очень интересные, да. Две рапиры у наунсов, две рапиры у LGD. Две стороны упала у LGD, одна у наунсов. Байбеки есть все у LGD, но не все есть у наунсов. Тебе по одной из дополнительных байбеку, да? О, нереально. Опа, Пуч, ошибка. Ошибка от Пуджа, серьезная. Очень можно быстро умереть, он умирает. Есть, конечно, байбеком будет купаться. Почему-то бай не жмется. Здесь нужно отойти LGD подальше. Вывели очень важный байбек. Отошли. BW, хук неудачно, не упрыгает опять. И копье, двух героев, Шива, БТ. И там сейчас плейс будет. Тра-та-та-та-та, убирает Пуджа. Все, Пуч, друзья. После байбека сдох, теперь все в руках Юмы. Еще одно БТ. На 5 у нас Шира уносит его далеко, очень под базу противника. Слишком далеко. Че, еще одну рапиру отдаст или че? Ха-ха-ха. Вторую рапиру он дает для команды Наунс. Посмотрите, что происходит. Казалось, что все, эта игра у нас заканчивается, но нет. Аврора, она сейчас не так играет. Все, мега-крипы. Там сбоку тоже падает топ. Все, мега-крипы, друзья, есть. Мега-крипы — это аргумент, серьезно. Но на такой минутик можно спокойно дефать. Вообще на изи, пью W Disruption, очень вовремя нажимается на него. БКБ, таймлэпс, живет. 13 секунд до имбиря, пинают и почти убили Юму. С рапиркой убивает, нужно ее приподнять от Гуннара кому-нибудь условному. Или просто Юма выкупается, возвращается обратно. Тронг стеголенький, а Эйгер снимает с пью W. Че, еще одна рапира, что ли, будет еще, или как? Пью W, оп, нажал блинк, убежал, все, ушли.
Пошли там патч. Там патч. Куда пошел? Ты что, жирный делаешь, а? Но команда за спиной. Есть хук. Похоже, наунсы пошли во банк. Но рефреш нужен. Хекс, таймба тоже в лейте. Там, смотри, выходит наунс. Нихера себе. А вы куда пошли? Нападает на BUW. Там рапира халявная, может быть, плюс для команды наунс. Есть рапирка. Поднимает ее гуннер. Говорит, давай еще. Сколько они в рапир поставили? Три, да, уже? Вроде бы три. Уже не поставили. Все равно ведут там 20 тысяч плюс, да, у нас. Получится или нет? Увидели, увидели Йому, хексулечка, сюда, и Йома минус, а он-то с байбеком или нет? Нет, и рапирку на базу, сюда рапира для PUW, и вот ему и вернули рапиру его, да, как раз таки Шива активируется, прыгает, минус PUW, два БКБ, этот, байбек и таймлэпс, возвращается обратно, вот так вот, да, возвращается обратно, пинает флай, флай почти ушел, Шира за ним, нет, никуда не ушел, Рина стоит, там БКБшка плюс Роллин Тандер, Шира рефрешится, БТ маны, дайте человеку, маны нету у него, но есть сатаник, и он может бить героев и бьет, он их почти умирает, Пуч, все, Юма и Пуджара, они без бая в капибара и Юма в таверне, здесь флай, Флай тоже умирает. Похоже, LGD все-таки выгрызает победу в этой игре. Падает Гуннер. GG заканчивается. 90, почти одна минута. Эта игра шла. Ну и команды побивают рекорд Рияда и по времени, и по рапирам, и по всему остальному. В общем, такой рекорд будет, наверное, не просто побить. Да, 90 там одну минуту сыграть. Но так или иначе, команда LGD проходит дальше. Ну а наунсы у нас покидают турнир.